Данка – один из тех людей, молодой красавец. Красивый всегда смелый. И вот он говорит им, своим товарищам. Капитан, по курсу сложный участок, лучше его обойти. Сложный участок? Я думаю, мы с этим справимся, не терять же нам сутки, по-вашему. Мы можем потерять значительно больше, если трудности окажутся серьезнее. Моя команда может себе позволить испытывать трудности, особенно если они предоставляются со временем все реже и реже. Но трудности все же лучше избегать, особенно если такая возможность предоставляется заранее. Вы мне предлагаете не доверять своей команде? Здесь дело вовсе не в доверии, а в элементарном здравом смысле. Вы считаете здравым смыслом 20 лет кряду ходить через полярный круг? Но в данный момент это же реальная угроза. Бедный, испуганный мальчик, ты опять испытывал лозу. Но ведь дело не в лозе, а в лозоходце. Послушай меня, иди к себе в каюту, там ты будешь в безопасности. Просто безумие какое-то. Thank you.
лоза. Виноградная лоза, ну или ивовая, неважно. Она ведь параметров не имеет. Дай себе задание найти лозу. Задай примеры, показываемые этим прибором, и обрящешь. Этот метод работает в случае, когда лозоходец имеет возможность непрерывно расхаживать по полям и лесу,